В конференц-зале агентства городского развития сегодня собрались представители областных, городских властей и бизнесмены. Цель – научиться внедрять новые стандарты работы муниципалитета. Череповец был включен в атлас лучших практик, и именно поэтому был выбран пилотной площадкой агентством стратегических инициатив. 5 февраля стартовала работа по внедрению программы, которая обеспечит благоприятный инвестиционный климат в Череповце. Называется она «Атлас муниципальных практик». Здесь мы прекрасно понимаем, что реализация инвестиционных проектов приносит улучшение в экономике путем создания новых рабочих мест, путем создания новых производств с достойными условиями труда для жителей нашего города. И приносит увеличение налоговых поступлений, а соответственно и наполняемость бюджета как города, так и области. «Атлас» представляет собой сборник успешных практик, которые помогают развивать малый и средний бизнес на муниципальном уровне. В документе собран опыт 65 городов страны из 35 областей. Вологодская область уже агентством стратегических инициатив была признана лучшей практикой по 8-му пункту стандарта. Это наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона. Мы полностью поддерживаем внедрение муниципального стандарта, который позволит органам местного самоуправления встроиться в уже созданную систему федерального и регионального уровня поддержки инвестиционной деятельности. В роли экспертов в Череповце выступают 9 бизнесменов. Руководителем назначили Олега Боринского, заместителем Владимира Бритвина. Координатором экспертной группы стала Надежда Яковлева. Ежедневно они будут отслеживать внедрение инициатив. Агентство стратегических инициатив выполняет лишь методологическую функцию. То есть мы помогаем органам исполнительной власти, субъекта Российской Федерации, органам местного самоуправления и представителям бизнеса найти общий язык. Если что-то не получается, мы готовы проконсультировать, помочь. На основании трехстороннего соглашения, подписанного между городом, регионом и агентством стратегических инициатив, значит, город Череповец апробирует 10 практик, значит, из 30 представленных в области. Среди самых важных практик также можно выделить подготовку площадки для индустриального парка «Череповец», привлечение федеральных денег на инфраструктуру. Также для предпринимателей должны уменьшить сроки при получении различной разрешительной документации. Работа над всеми 10 практиками в Череповце должна завершиться до 10 сентября.